Так, реально, реальный объект идет работа. Вот тут гранит устанавливаем. Вот так будет гранит висеть. Тут сейчас подвариваем арматуру. Били, тут приварили, тут гранит пойдет. Не гнилой крючок? Ну что, нормально, новую проволоку взять? Какой новый? Который там, в упаковке. Тоже шестерка, вот. Нормальная? Вот, пожалуйста. Сейчас надо стараться, чтобы это вот задняя дырка не была. Понял, да? Тоже вот где дырки? Вот. Задняя, чтобы не вылез диск. А, ну тоже да. Иметь надо, говорю. Не просто так, видишь. А вторая? Вот так, видишь? Вот так. Можешь вот так, пожалуйста. Ермаком замазал, тут заварил, чтобы никуда не деть. Это гранит называется. Перестарался, говорю, чтобы это хорошо захватить. А, все, запилю, надо сюда пилю. Это не просто так, что не вылезет. Дюрмаком замажешь вот так, и тут сварка, тут дюрма, никуда не денется. Хорошо, видишь? Бабочки называйте. Как? Бабочки называйте. Как бы все это, ну, кто меня научил, да? Бабочки называйте. Со всех сторон. Ищи.
внизу ее. Так, вот граница. Смотри, он стоял, как я стоял. А какая разница, все эти? Нет, какой вверх? Нет, не понял. Фаску-то по всем снимать? Нет. Ну посмотри, где ниже, где выше. Вот это, наверное, вот вверх. Да, да. Ты зашивать не будешь еще? Накрывка будешь делать? Или не будешь делать дерево? Как? Не знаю, ремонт можно делать. Не знаю, если такой цены будет стоить, я его лучше выкину, другой возьму. А ты там разве вот этим диском снимал? Вот этим разве? Да, зачем тебе вот таким? А? Ну да. Ну сейчас поставим, посмотрим, да там как. А как что? А, ну, нормально, вот. Да, в принципе. Конечно, не острый же. Ну да, да. Грубо, зачем тебе? Да, да. О, да. Видишь, круглый получилось. Да, 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 нормально. Видишь, да, вот потрогай, глянь, да, да, все, да, шершавы, да, нету. Да, да. Все нормально, по 2 мм со всех сторон. Сжигает, да? Он дешевле сжигает, видишь? За это я не беру его. Он сжигает просто. А которая шестерка? Он сжигает, говорю. Тот? Нет, вот такой же я купил. Да, сжигает. Он сжигает просто. Но... Мне потом на полировку подкрыть. Я пойду дальше, просто тише голей. Причук, мана, высота нормальная, я тебе беру. Надо запасим, делать несколько пальцев. Ну, ладно. Не, он к ним хуяме. Леска, Кирилл. Леска, вот. Нормально.
куда ж мне? Что у меня? По-моему, там бугорок, да? Что он щель тут дает? Да. Чуть спилить надо.